Вітаю! Ефір телеканалу «Відкритий» продовжує прес-центр. В студії з вами я, Наталія Гейман. І сьогодні, в Міжнародний день захисту дітей, ми поговоримо про дітей, які найменш захищені на сьогоднішній день. Це діти, які знаходяться на території ведення бойових дій або в сірих зонах російсько-української війни. У нас у студії волонтерка Олена Лучко, яка якраз і займається такими дітьми, і яка найкраще знає, як живуть. Діти на війні. Доброго дня, пані Олена. Доброго дня. Якщо можливо, я перейду на російську мову, бо мені так зручніше. І це такий вопрос, який достатньо болезненний для всіх, але, к сожалению, не всі жителі, жительниці нашої дуже великої країни це розуміють. Дети и война – это вообще совершенно два несовместимых понятия. Их нельзя ставить рядом. Что такое ребенок? Ребенок – это радость, ребенок – это счастье. Дети – это наше будущее, а война – это страх, смерть и ужас. Будучи волонтерами, мы начинали как военные волонтеры, и мы приезжали на фронт, помогали нашим военным. И я просто вкратце расскажу, как вообще родилась наша организация, почему она вообще появилась. В августе 2014 года наш доблестный 20-й батальон, все знают, это формирование именно нашего территориально Днепра, они освободили такой небольшой городок Красногоровка. В это время про этот городок никто не знал. Недалеко от Донецка, можно дойти пешком, там в некоторых местах 2-3 километра линия соприкосновения. И мы приехали в этот город, просто привезли нашим ребятам помощь. И прозвучал очень странный вопрос: а вы не могли бы нам помочь пообщаться с детьми? Ну и мы отозвались, потому что я и моя подруга Лариса Слупова, в общем-то, ну, мы вообще не поняли, откуда дети взялись в военном расположении. И ребята нас привезли в такой заброшенный дом, полуразбитый, и вот в подвале были женщины и дети. Ну, я вам скажу честно, что как женщину меня настолько это поразило, я просто после этого вообще не могла не думать ни о чем. Я просто видела эти чумазые лица, потому что сидели они там не один день. Матери, которые были беспомощны, испуганы. И дети, вот просто вот представьте себе, наш 21 век, и люди просят еды, хлеба и воды. Нас это настолько поразило, что, приехав в город, мы, в общем-то, обратились и к общественности, и уже имея опыт работы с переселенцами, мы работали в допомоге Днепра, это центр, который принимал переселенцев. И уже в следующий раз мы уже поехали непосредственно с помощью конкретно для детей. Это были игрушки, это были продукты питания, это была вода и одежда. И уже начали непосредственно работать с фронтовой зоной по запросу. Конечно, в зоне нашего особого внимания были многодетные семьи. Их там было достаточно много. Были дети, которые вообще несколько, я не знаю, недель не видели горячей пищи. Одна из семей, там дети, ну, ели сухие макароны. Ну, в общем, я это рассказываю, потому что действительно это за гранью вообще понимания и реальности. И первое время, когда мы занимались, помогали детям, наша помощь именно заключалась накормить, обогреть, помочь родителям. Очень многих мы в это время призывали переехать сюда из прифронтовой зоны для того, чтобы не подвергать детей опасности. Здесь оказывалась им помощь. Так началась наша работа с детьми. Но очень скоро мы поняли, что приезжая туда, в зону войны, давая просто продукты, питание, одежду, мы не делаем самого главного. То есть мы не помогаем этим маленьким жителям нашей страны вообще увидеть солнце, мы не можем возвратить им смех, это самое главное. Мы даже один из проектов назвали «Украденный смех», потому что когда приезжали мы в Красногоровку, потом в Марьинку, в Георгиевку и так далее, очень много городков, мы старались охватить как много больше, мы видели всегда очень серьезных маленьких людей, то есть ребенок, которому 8 лет и который разучился улыбаться, поверьте, это, ну, наверное, самое страшное то, что я видела в своей жизни.
И тогда у нас родилась идея. Наша организация «За майбутнє України», мы ее так и назвали, потому что мы занимались и занимаемся нашим будущим. В своем приоритете, в общем-то, мы разработали несколько программ. И первое, что мы сделали, мы привезли детей в город Днепр. Первая поездка, она была более такая развлекательная. То есть детей привезли, их поселили в хороших теплых комнатах, на хороших белых постелях. Питание, развлечения, это был и цирк, и кино. Дети уехали в таком самом прекрасном настроении, взрослые были в восторге. И со временем мы поняли, что кроме развлечения, кроме отдыха, вот этому вот прифронтовому городку, его детям мы дали самое главное. Мы дали возможность восстановить доверие ко всем жителям нашей большой страны. Мы не уставали им повторять: мы любим вас, мы думаем о вас. Вот та помощь, которую мы передаем, это не наша личная, это собирает весь город Днепр. То есть, когда мы приезжали в прифронтовые зоны, мы говорили: вам привет от Днепра. И наша программа начала развиваться. Поверьте, дети, которые живут в прифронтовых зонах и рано взрослеют, и мы думаем о том, что они более закалены, что им много не нужно, что это дети, которые даже враждебно иногда настроены, по отношению ко взрослым и к остальной части Украины. Это все абсолютно неправда. Это вот такие спящие, замершие детские души, которые, если привозить им любовь, добро, заботу, они с радостью раскрываются. И мы постарались, у нас очень много волонтеров, очень много людей, которые поддерживают нашу организацию, мы постарались вот эту любовь, вот это сочувствие, заботу передать им туда. Первый день вышиванки, родилась такая идея. В Украине есть Всесвітній день вышиванки, и эта организация, она с радостью предоставила нам все материалы, фильмы, и родилась идея провести в прифронтовых зонах день вышиванки, причем провести его не в одном городе, а провести верно. И скооперировавшись вместе с волонтерами Ивано-Франковска, Киева, Павлограда, подключился Харьков, то есть очень много волонтерских организаций, сразу в 25 городках Донецкой и Луганской области провели день вышиванки, это была весна 2015 года. Эффект был совершенно потрясающий. Почему я об этом рассказываю? Потому что мы не просто туда привозили вышиванки и одевали детей, вот дети, красиво, вышиванка. Мы им рассказывали о том, что такое вышиванка, что такое генетический код, почему вышиванки разные, почему девушки носят венки, почему меняется головной убор. С нами приезжали этнографы, которые рассказывали им про традиции и как вообще родилась традиция праздновать День вышиванки, были показаны фильмы. То есть дети в прифронтовых зонах, когда им привозят такую информацию, и когда они видят, что это действительно забота, что это действительно внимание, самое главное, что появляется у них, это видение своего будущего, это желание объединяться со своими сверстниками, и это дети, которые дают очень хорошие результаты. Когда мы приехали, школа Орловская, школа есть такой маленький небольшой поселок Орлівка, он буквально в 4 километрах от Авдеевки. То есть это школа, которую обстреливали, дети видели эти обстрелы. Это школа опорная, куда с 8 небольших сел свозят детей, которые под этими обстрелами жили. И первый раз, когда мы туда приехали, была масса недоверия. Но укомплектовав там библиотеку нашей литературой, проведя там несколько праздников, самое главное, что мы познакомили детей этой школы с детьми школ нашего Днепра. То есть дети писали письма, и когда они смогли познакомиться в одной из поездок, это был прекрасный концерт и действительно такой вот совершенно невероятное по своей энергетике действия. Мы, взрослые, просто смотрели, как дети общаются, и со слезами на глазах. Это слезы были радости. Вот. И вот эта вот Орловская школа сейчас уже, мы занимались этой школой 15, 16, 17 год. Потом мы пошли дальше. Вместе с линией фронта мы
брали под свою опеку следующие школы. Эта школа сейчас, они делают самые лучшие праздники, которые вообще возможны. То есть, если будет возможность, возьмите, загуглите и посмотрите, какие мероприятия они устраивают. Есть прекрасные истории успеха, дети, которые переехали в Харьков, переехали в Днепр, они уже дальше начинают учиться. Это мы одну из программ назвали «Діти містки миру». То есть, если начинать говорить о мире на, вот именно на этой территории, мир в Донбассе, мир в Луганской области, то это именно нужно начинать с того, что это демилитаризация и образование детей. Это вот самое главное. Поняла, я, перепрошую, я вас переб'ю. В мене виникло питання по ходу того, як ви розповідали, чому деякі батьки, да, чому діти там залишилися, чому вони не виїхали, батьки їх не вивезли за оцю зону бойових дій? Адже, ну, це ж ми ж розуміємо, що це дитяча психіка і, ну, бачити війну. Єсть, да, ми самі задавали ці питання, і скажу вам чесно, що у 14-15 году я даже как-то вот, ну, негативно, да, с осуждением относилась к этим родителям. Мы пытались их как-то перенастроить. Но есть несколько причин. Первая причина, и с этой причиной, в общем-то, мы пытаемся справляться и успешно. Это недоверие. То есть, допустим, когда в 2015 году был обстрел летом, опять-таки, той же Красногоровки-Маринки, мы туда приехали за детьми на транспорте, и мы вывозили оттуда детей. Так вот, одна из мам, у нее трое детей, и она мне сказала: вот я вам одного сына отдаю, а двое остаются мне, вдруг я его никогда не увижу. То есть вот прямо это было сказано, реально, мы были в шоке, но есть вот первый вопрос, это недоверие. И именно вот с помощью того, что дети приезжали совершенно с другим видением, с видением будущего, с этим мы справлялись. То есть после первых поездок наших туда и детей оттуда к нам, были семьи, мы даже вели статистику, порядка 17 семей, которые потом переехали. Это первая проблема. Вторая проблема – это какие-то семейные обстоятельства. Это родители-инвалиды или сам человек, который, ну, не может, у него нет возможности. Ну и третья причина – это, конечно, материальный вопрос, безусловно, потому что, допустим, вот наша допомога Днепра, мы отслеживаем случаи, люди, которые приезжают сюда и которые не смогли здесь адаптироваться, не смогли должным образом расселиться, получить работу, они возвращаются. То есть вот три проблемы, которые бы я назвала. Ну, і ви говорили, що є історії успіху. Да, от хотілося б про тих дітей, які дійсно, ну, досягли чогось хорошого, якихось результатів. Що це? Розповідайте. У нас є кілька прекрасних історій. В 15-му году літом ми здесь жило порядка 60 чоловік вот із прифронтових зон, потім некоторі повернулися обратно. Но є прекрасна історія, 5 чоловік, які поступили здесь. То есть это либо техникум, либо какое-то профучилище. Вот одного из наших первых таких, я не знаю, выпускников, воспитанников, я буквально встретила летом, идет мне навстречу уже почти вот взрослый парень. Я говорю: Даня, он меня узнал, он здесь уже мальчику 19 лет, то есть мы его привезли, ему было 16, да, ну, неполных. Он здесь закончил техникум, он уже женился, то есть, ну, вообще история прекрасная. Перевез сюда своих родителей, помог им. Здесь учится уже его младший брат. Ну, вот это одна из историй. Есть прекрасные истории, вот, допустим, сейчас у нас есть одна из еще из наших подопечных школ, Апатнянская школа возле Бахмута. Значит, 4 человека, они вот готовятся, 2 человека приезжают поступать в Днепр, 2 человека будут ехать в Хмельницкий, во Львов, тоже будут там получать образование. Это прекрасные истории. Есть еще несколько историй великолепных, потому что, ну, для нас был такой очень больной вопрос. Дети приезжали, мы их спрашивали, куда вы едете учиться. Допустим, группа 30 человек, из них 25 едут кто-то в Москву, кто-то в Ростов, кто-то еще куда-то. Ну, это был вот 15-й год. И за время нашей работы с ними, можно сказать, что здесь, на территории Украины, ну, мы оставили вот из этих 25 23.
Даже, наверное, не мы оставили, оставили все вместе, потому что детям показали вот действительно их будущее здесь. И вот мне бы очень хотелось, почему мы продолжаем свою деятельность, потому что наша основная миссия – это действительно построение мира и построение успешной, счастливой страны. Вот с помощью счастливых, успешных судеб наших детей. И мне бы очень хотелось, чтобы появились программы именно на государственном, на державном уровне. Серьезные программы, которые бы помогли детям войны увидеть этот мир, поверить в себя и открыли им более широкие возможности. Давайте подумаємо, поговоримо про тих дітей, які знаходяться на окупованій території. Да? Крим і Донбас. Ми зараз говоримо про Донбас, тому що ми маємо хоча б якусь інформацію, да. Хоча б якийсь доступ. Що з ними? Яке їхнє майбутнє? Чи відбуваються якісь процеси, щоб їх повернути до нормального життя? Це теж дуже складний вопрос. Значить, контакт у нас з тими дітьми, які знаходяться саме на окупованих територіях, опять-таки тільки через їх родственників. Тобто є дуже багато сімей, опять-таки, це прифронтова зона. Ми повинні розуміти, що це зав'язки, це родственні зв'язки. Якщо ми говоримо вот об этом районі, Зайцево, Майорськ, Опытна, це там, де вони ходять через блокпости просто ногами, в гості друг к другу. І я не вижу в этом нічого страшного или преступного. Люди общаются, это семьи. Невозможно взять ножницами, обрезать родственные связи. И опять-таки, есть такие семьи, дети, которые участвовали в наших поездках. А у нас поездки были во Львов, у нас поездки были в Днепр. У нас мы помогали, это поездки в Харьков, да, допустим. Те семьи, дети, которые имели возможность выезжать, их родственники тоже переезжают, и их родственники некоторые приезжают и поступают в учебные заведения. То есть дети не оторваны, они связывают свое будущее с Украиной. Но есть, конечно, категорически настроенные семьи, мы тоже должны это признавать. Но мы должны не забывать, что люди, они же мыслят бытовыми понятиями. Что такое вообще для матери счастье ребенка? Да, давайте вот подумаем. Да, духовные ценности – это очень важно. Но те люди, которые живут в условиях войны и борются за выживание уже 6 лет, для них в первую очередь это, чтобы было тихо, не стреляли. То есть в первую очередь это безопасность ребенка. Во вторую очередь это материальное благосостояние. То есть если, допустим, я бы сделала государственную программу, по которой я бы дала возможность детям, которые живут на оккупированной территории, с помощью сопровождения, здесь можно подключить международные организации, здесь можно подключить ОБСЕ, я думаю, что такую детскую программу они бы сопровождали с радостью. На нашей территории это цивильно-военная администрация, то есть есть механизмы, как можно это сделать. Этим детям дать возможность хотя бы приехать на каникулы, да, посмотреть, как здесь, что здесь. Дать родителям убедиться на деле, что их дети, они для нас так же дороги, как и все остальные, что это граждане нашей страны. То есть начать хотя бы с этого. Конечно, какие-то льготные программы для того, чтобы эти дети приезжали, обучались и поступали. Вот это вот вполне реальный путь. Тобто вихід з цього становища є, і головний меседж, з яким ви, я так вас слухала, прийшли, це те, що дитина не має жити в умовах війни. Дитина да, і війна конечно. Це природні явища. У вас є унікальна можливість сьогодні в прямому ефірі привітати дітей та дорослих з Днем захисту дітей. Ой, дорогі діти, ви, може бути банально, ви наші цвіти житті, ви наше будущее. Основная часть нашего сердца. И я от всей души хочу, чтобы все дети Украины и всего мира жили всегда под мирным голубым небом. Я очень хочу, чтобы вы встречали каждое утро с улыбкой. И мне очень хочется, чтобы вы мечтали, и ваши мечты воплощались. Будущее нашей страны именно в вас. С праздником!
Дякую вам дуже за те, що ви до нас завітали. Дякую за те, що ви робите, за вашу невтомну працю. Шановні телеглядачі, я приєднуюсь до привітань пані Олени з Днем захисту, з Міжнародним Днем захисту дітей. Нехай наші діти будуть захищеними, щасливими. І дай Боже, щоб закінчилася війна, і це слово, і ця неприродня ситуація більше ніколи не повторювалася в житті наших дітей і в нашому з вами так само. Будьте здоровими, мийте ручки, працюйте, гарного початку тижня. Передаю слово своїм колегам. До зустрічі. Що ж ми...